Интересно. Он следит. То есть уже, как говорится, его attention focused. Кино для котов. Начинается. Самое интересное, что сейчас будет. То есть через вот такие вот игры можно развивать животных. Play therapy называется. Давай рекламу пропустим. Там же тоже надо на чем-то зарабатывать. Он начинает думать, как эту крысу достать. Мы сделаем из него очень умного кота. Если я научу его говорить, то можно стать миллионером. Он, кстати, у меня говорил когда-то чуть-чуть. Вначале, когда я только, как говорится, он был маленький, я учил, учил говорить, потом что-то у меня не было времени или что, не помню уже.